Отказ от мяса, рыбы, молока и других продуктов животного происхождения. Веганы живут именно так. Это не диета, а стиль жизни, который основан на особых взаимоотношениях человека и животного мира. Многие веганы выбирают этот путь по этическим причинам, а кто-то вдохновляется своими кумирами, как, например, Даниил. Он веган с 11-летним стажем. Переход на растительную пищу прошел осознанно в 18 лет. Все началось с увлечения панк-роком. В этой среде модно быть вегетарианцем, либо веганом, и я стал вегетарианцем, но довольно быстро понял, что вегетарианство не особо помогает защите окружающей среды, и оно не снижает спрос на производство животной продукции. Сибирские веганы развенчивают миф, что веганство актуально только для жителей теплых стран. Оказывается, и в России им прекрасно живется. Веганское питание и обычное по стоимости обходится одинаково. Основной проблемой раньше было малое количество веганских кафе, ресторанов и точек питания. Однако сейчас все меняется. Много ресторанов и кафе добавляют в свое меню каких-то вегетарианских, веганских позиций, делают отдельные даже странички с этим, то есть, чтобы не копаться, не искать, это очень удобно. Плюс есть кафе, рестораны, которые позиционируют себя только на веганской кухне. Их, конечно, мало. Снижение риска рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Такую пользу для здоровья, по мнению специалистов, несет веганское питание. Но не всегда оно действительно может быть полезным. Организм может столкнуться с дефицитом цинка, белка, витамина В12 и железа, одного из главных микроэлементов. Его недостаток может вызвать анемию. Это недостаточная доставка кислорода к органам и тканям. И, соответственно, здесь целый комплекс таких неспецифических симптомов. То есть это и слабость, и быстрая утомляемость, и опять те же самые плохие волосы, плохие ногти, и кожа, и так далее. Как раз вот когда начинаются симптомы анемии, я думаю, вот в этих случаях часто много кто может даже отказываться от своей идеи веганства, хотя там, возможно, это было по достаточно важным причинам. При этом веганский образ жизни набирает популярность. Например, известные бренды все чаще выпускают специальные линейки одежды и обуви, а в интернете появляется все больше веганских рецептов. Но в погоне за модой не стоит забывать и о здоровье. Врачи предупреждают, польза для здоровья от веганской диеты есть. Но прежде чем вступить на веганский путь, лучше все-таки проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.